Доброго времени суток, уважаемые подписчики, уважаемые зрители канала. Подпишитесь на канал ТВ Маэстро. Поставьте колокольчик, чтобы быть в курсе событий, которые происходят на канале. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будем рады пообщаться с вами. Отвечаю практически на все комментарии. И сегодня 8 апреля. Особо никого не видел, пробежался по Савеловскому вокзалу, увидел космоса. Ну, как всегда, купил пачку сигарет, чекушечку. Вот, вдвоем они там, бедолажки, холодно сегодня на улице, снег с дождем, мерзкая промозглая погода. Поэтому все позаныкались по теплым местам, и никого нет. Так что сегодня небольшой ролик с космосом, остальное сниму что-нибудь на работе, как я тружусь в Москве. Всем всего хорошего, приятного просмотра. Космос. 8 апреля. Расскажи, как спалось сегодня. Трезвый практически, да? Выжрать не на что? Нет, делать не в этом. Или уже похмелились? Ну, так слегка, да. Но делать по-другому. Я, блядь, в двух местах спал. Вначале на шестом, блядь. Потом в подъезд убежал, блядь. Менты заебали, нахуй. Из подъезда гоняют? Нет, Харапишное. С шестого. А, с шестого. Да. В подъезд убежал, там хоть, блядь, потемарил, блядь, полтора девочка нормально, блядь. Холодно, погода такая, никого нет. Ну, чистый более-менее, на троечку сойдет. Ну да. Сень, какой у нас день недели-то? Четверг? В баню так и не ходишь туда, да? Не ходил. Я в тот раз переждал. Перескал в 9, блядь. Тот раз мы ходили ко мне. В этот же день мы ко мне пошли. Ну, это же вечер. Да. Периодически хоть ходи, хоть два раза в месяц, ёпта. Да. Чё там, сел, кайфанул, футбол посмотрел там. Хуйня эта заживет, блядь, на груди. Бля, я могу нормально полностью. Сигареты я тебе дал, да? Да. Люди ругаются, что я тебе могу тебе чекушку купить. Но люди ругаются. Я купи, но. Да. А? Его бабки. Что, покупать? Как? Саша, твои деньги. Ну, дело не в этом. Самому холодному. Ты сам будешь? Я 133-й день сегодня не пью. Так и... Плотничком, да, ты наступил, наверное. Ну да, на тормоза. Кондуктор, нажми. Чекушечку. Вниз по переходу налево. Переход налево. До конца и налево. Чекушечку хватит вам, по 125 грамм. Ну, хватит нам, да? Похмелиться. Сейчас гоню. Чекунец. Да. Чё ты, правда, не настоебала тебя эта улица ебаная? Чё, думаешь или нихуя не думаешь? Да вот думаю. А что ты думаешь, какие мысли есть? Надо, блядь, с сестрой контакт. Давай я приеду вечером, и мы с другого номера наберем. Не с моего, а еще у меня есть номер. Да, может быть, она не хочет с моего номера брать. Тебе трубку дам, поговоришь с ней. Давай. Проигрывать надо уметь, Валя. Да, базар. Ну.
Виноват, дурак, исправлюсь. Люди помогают, ты помоги. Что-нибудь, не знаю, как. В Мордовию. Ну, отправим мы тебе 1500-2000 рублей билет. Там, все. Что дальше? А? Ну, косарь, да. Толку что? Что там, с голоду помереть? Короче, сегодня вечером я поеду. Понял, да? Номер у меня есть, но ты так, наверное, помнишь, да? Конечно. 965. Не говори, не говори, зачем будут названивать с Ютуба оттуда. Ну все, похмеляйтесь, я на работу полетел. Валер, а там пиздят, короче, в Ютубе, знаешь, какую хрень? Приезжала к тебе сестра вот последний раз, когда лежал в больничку? Передатчики привозила? Да. А то типа это, маэстро, типа, для камеры отчет сделал, что, блядь, приехал. А нет, вот когда ты ко мне приезжал, тогда он приезжал. Ну это осенью еще. Ну это когда был? Ну, осень, когда я тебя подстригался. Не, вот, вот, последний раз. А вот последний раз, нихуя. Никого нет. Я сам дома ходил. Я понял. Ясно. Ну вот такой, ребята, много не получилось сегодня снять. Вот такой короткий видос по сегодняшнему дню. Вот, по работе, по заказу у меня осталось вот кровать собрать. Не знаю, нету болтов, короче, специальных. Вот этот диван. Тоже тут задник забить. Не хватило ткани. И вот этот диван законтачили вчера. Короче, без меня пытались сделать. Вот, ткань не натянута. Это не есть хорошо. Здесь вот скоба торчит. Криво забита. Это тоже не есть хорошо. Придется сейчас переделать. Вот, вот тут щель. Это тоже не есть хорошо. Вот такая вот история. Двойную работу придали. Вот, остальные, значит, 8 диванов уехало. Заказ сегодня я сдам, будем ждать бабки. Вот. И еще хочу сказать, что значит про Любку я забыл. Есть у меня возможность пристроить Любку, нашу Любаньку. Вот. И есть возможность по Потешкину, значит, сейчас разговаривал. Сейчас ему будет звонить человек по поводу работы. Пристроить Потешкина. Все-таки людей таких, которые стремятся и хотят вылезти из этой ямы, их надо быстрее им помогать и делать по горячим следам, пока люди хотят, имеют желание. Телефон для связи у всех есть, в описании стоит. Вот, маэстро на работе, все хорошо, всех встретил. Костя там барагозит опять, значит, навертели. Сниму я все-таки видео. Позже будет видео. Оно готово у меня. Просто я не решался выкинуть его. Чем занимаются люди на телеграм-канале определенного лица. Вот. Чем занимается вообще канал. Вот. Но не на этом канале. Смотрите там. Или на Братском сердце, или на Александр Рощепкин канал. Видосик я все-таки выложу, чтобы людям объяснить точки над «и». Вот, значит, еще два человека мы пытаемся пристроить. Ну, космосу пока ничего не надо. Вот я ему предложил, значит, что? Приют для собак не понравилось ему. И хотя бы на недельку съездить к Сереге, к Крымскому. Тоже его не устраивает. Не хочет он работать. Не хочет работать, значит, соответственно, что, будем так помогать время от времени. А, еще самое главное, что завтра мы едем к Сереге Крымскому. Завтра у нас юбилей у Валерки Губы. Деньги, значит, с Англии перевели нам. Донатик ему на подарок.
Вот, завтра утром схожу, завтра возьму выходной, сегодня вот доделаю вот этот диван, и в принципе все у меня по работе. На этот диван нету ткани, соответственно, завтра беру выходной, и завтра утром иду покупать там, он просил штаны, там из одежды кое-чего, вот, сигарет туда-сюда, ну и оставим там копеек, покушаем шашлык. Все, ребята, приятного просмотра, подписывайтесь на канал, лайки, комментарии, следите за событиями, нажмите колокольчик. Всем добра, здоровья. И имейте, еще раз повторюсь, много раз будут повторяться, имейте свое мнение. Всех провокаторов, кто пишет оскорбления, провокации и так далее, не буду никого слушать, ребята. Нам хватит людей, с которыми мы готовы общаться. Очень много добрых, хороших людей, имеющих свое мнение и самое главное, имеющих серое вещество, действующее. Вот, это самое главное. Все, всем пока, на связи. Завтра ждем видео из, значит, пионерского лагеря «Рай» от Губы.